В Тольятти умельцы разобрали внедорожник всего за пару часов. Инцидент произошел во дворе одного из домов. Житель Ульяновска приехал в гости к знакомым и на ночь оставил Toyota Land Cruiser во дворе. Утром, когда владелец машины вышел на улицу, он обнаружил, что от его внедорожника остался лишь кузов. Все колеса и двери, капот, оба бампера, фары пропали. Более того, злоумышленники украли панели, рычаг переключения передач и даже руль. Не успели стащить только лобовое стекло, зеркало заднего вида и освежитель воздуха. На прощание воры заботливо подложили под колеса иномарки, которая до их визита стоила около 4 миллионов рублей, кирпич.